А как мы с тобой обменяемся на нож? Я просто уже на самом деле. На нож! Значит, смотри. Сейчас я скажу. А, ты показываешь демку. Демку? Сейчас. Подожди, тут закрою. Сейчас, все. Подожди, я тебя. Ой, подожди. Подожди, я тебя погромче делал, потому что тебя не слышно. Сейчас. Ты сейчас начал как будто бормотать что-то. Сейчас найду я эту мафию, блин, я. Найти, ты мне, по-моему. А, стоп, ты мне ее в скайпе скидывал? Ты, по-моему, ее в скайпе скидывал. Не помню, я вроде бы в стиме тебя кидал, не. А, если в стиме, то это жопа, а если в скайпе, то это нормально. Не, я как бы уже нашел все. А, все, давай, тогда скидывай в скайпе. А, не, ну в принципе можешь и в стиме, неважно, сейчас у нас все сижу. Мне на нее еще зайти надо. Так. В общем. Сейчас. Я тебе скину. Одна в год 12. Да куда угодно. Вот она, эта ссылка. Ага. Это значит Game Farm. Здесь выбираешь, смотри, или Play O, или Зака Зака. Сейчас. Кто-то пишет в Steam, я не хочу сейчас смотреть. Потому что у меня что-то вообще все глючит. Ну как все. Ну я понял, понял. Не важно. Зашел? Нет, еще пока не зашел. Сейчас я быстро доиграю, а то у меня тут напряженный момент. Сейчас. А, ну все. Так, все. Просто растащил всех. А сколько тебя ждать еще примерно? Да, господи, секунд. Вот, все, я доиграл. Я его 50% вражеской команды. Изи просто. Ну все, переходи. Ох. Тогда, включай демку, я сейчас на секунду отойду просто сейчас. Ну а смысл тогда мне включать, если тебе... Тихо, Денис. А смысл мне тогда включать, если ты сейчас отойдешь? Включай, я сейчас подойду. Сейчас, через секунду 10 подойду. Сейчас, я на секунду отойду. А? Дашка, вон книга. Наверное. Думаю, читал на самом деле. Ну посмотрим, короче, день, подожди сейчас. Так, все, я настроился, вроде нормально. Да, вся, сейчас я врублю демку. Включай. Так, вот. Так, скайп. Демонстрация. Ой, господи. Так. А, демонстрация давай. Экрана. Начать. Вот, видишь? Нет, пока что не вижу. Да, все вижу. Так, вот типа вот это, да, можно выбрать. Или Play O, или Зака Зака. Я, если честно, я не знаю, чем пользоваться, потому что. Ну давай Зака Зака, не знаю. Не я на Заки Заки только брал. Только я не помню, как брать. Ну ладно, не важно. Типа ссылки. Сейчас так, ладно, Зака Зака. Я тоже не знаю, как брать, так что не надо. Только я брал, придет... но я очень давно брал, поэтому я. Как мне знаю. Типа в подарок взять? Нажимай. Купить. Купить? Да. Так, выбирай способ. Что выбирай? Способ. Выбирай. Вот. А, выберите способ, вижу, все. Это я что-то не заметил сначала. Господи, где здесь киви-то? Киви, оно третье. Ага, да, спасибо. Первое. Так, вот, я выбрал типа киви, окей. Ага, с учетом... E-mail, сейчас, подожди, сейчас я тебе скину e-mail, там сразу будет, возможно, скидка будет, я если честно, я не знаю. Будет ли скидка или нет? Подожди. Сейчас наберу почту. Вернуться назад, пихала. Отдачу, господи, сколько всего. Блин, не так. Ладно, сейчас. В общем, сейчас скопируешь просто этот. Так, все, я скинул тебе. По ней, возможно... Еще есть ссылка, скидка, возможно. Я не уверен. Вот это да.
По-моему, да. Я сейчас Ну, проверю. госкомпани, короче, собакамейл.ру. Ща. Я знаком, я Я знаком. просто не уверен, я сейчас проверю, потому что у меня вроде по этой почте было. Да. Так, ну бас компани Ой. собакамейл.ру. Да? Да, черт, подожди. Все правильно, все. Да, сейчас мне надо заново типа все ввести. Я нечаянно не туда нажал. Все четко должно Ставить. быть. Ну Так, бас вроде. компани собакамейл.ру. Так, все, Вроде все верно. тебе все проверил, все вроде бы правильно. Так, давай. Да, я помню. Ну, давай дальше. Так, вот это да. Не знаю, у меня такого нету. Просто без защиты. Просто без защиты. Без защиты. Так, ну вводи. У Есть меня нет промокод. такого. У Промокод, меня нет. подожди, подожди, может есть. Сейчас я посмотрю. Так, на заказака нету. Нету. Так. Нету промокода. И теперь вот твой email, да, вот этот Так, вот вводить. этот скопируй, да? Ваш e-mail. E-mail повторно. Там по нему вроде бы скидка, но я говорю, я не помню, давно очень брал. Стоп, я не могу вставить, подожди. Попробуй его написать. Да я сейчас. Ты что делаешь? Нечаянно. Сейчас обратно верну. Я хотел просто скопировать. Так, походу там защита стоит, ты должен сам его вписать, по-моему. Ну окей. Так, Так, в общем. ну бас. Компании. По-моему, все правильно должно быть. Собака. mail.com. точка ру. Точка ру. Да, я знаю, это важно. Четыреста одиннадцать. Ну ладно. Давай телефон. Только сейчас я тогда, наверное, отключу один раз рекламу. Да зачем она мне? Мне как будто это очень важно прям. Ну ты сейчас, я надеюсь, не снимаешь же? Нет. Я потом буду, когда ты меня будешь передавать, тогда я когда буду передавать нож, тогда я буду снимать. Вот, 675, Хорошо? 535. Да. Да мне все равно, я не смотрю, я отвернулся. Да, господи, ладно, Все, еще я позвонишь смотрю. мне. Так, вот мне пришла. Сейчас оплачу. Так, я тогда зайду на этот. Как его? Им. Так. Нет, я уже все, я уже готов. Я не знаю, если правильный эта почта, то все нормально. Да, неважно, господи, 411 рублей мне сонные, они еще были. Все, я отправил. Я должен был купить. Сейчас проверю. Продолжить, нажми. Продолжить. Там уже кнопка. Неверный логин, это мне не нужно сейчас. Ну так ты еще ничего не сделал, получается? Или что? Или ты уже все? В смысле, я все сделал, я уже оплатил. Вот у меня 108 рублей типа осталось. Ну и? Сейчас Что? проверю. Посмотри. Получается, тебе типа на e-mail должно было что-то прийти? Нет. Подожди, если ты не ты мы же не вводили Steam, там получается должно было прийти на e-mail что-то? Нет. Ничего еще не пришло. Ну, посмотри, потому что у меня деньги списались. Смотрю. Так, Playmaster 411, ну что? Ты не закончил его. Ты должен нажать продолжить. У тебя там высветится код активации, ты мне его должен Да в продиктовать. смысле, какой нахрен код? Подожди, стой. Ты же берешь, у тебя должно быть это все. Сейчас, подожди. Как это А, так? я могу пароль, господи, все, я вспомнил его. Эта штука-то есть, а Да, это нету. все, все, все. Ваша скидка принята. Ну и смысл? 389, ну и что? 14, вот теперь попробуй так. Ха, все, отправил. Оплата успешно, все. Так, подожди, подожди. Так, 11 секунд, все, жди, жди, ничего не нажимай. Я ничего не нажимаю, все, я знаю, как это делает. Ты что? Я все это знаю. У тебя где-то должен показаться сейчас код активации игры. Вот, подожди. Да жду, 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 7 секунд. успокойся. Да я-то спокоен, потому что вдруг ты что-то не то нажмешь.
Не-не-не-не-не. Еще буду я виноват. Так, вот Вот. смотри. Код активации. Давай, загрузить. Нажимай. Скачай, загрузить, в общем. Так, ты можешь эту фигню скинуть мне в скайпе? Ну, хотя... Да, господи, давайте сейчас... Подожди, да, я сфоткаю, сейчас тебе скину эту. Так, например, активирую Steam. Сейчас, по-быстрому введу. Тогда, так, код активации. Б. Сейчас, я тебе напишу в Steam. 9. 2, F. Z, N, U. Так, готово. Нет. Странно. Еще раз. Может, второй? Давайте сейчас. Давайте отправлю. Ты сейчас. Первый что-то не сработал, походу. Я не знаю сейчас. Так, подожди. Хитман. Ой, не Хитман, я забыл. Мафия. Сейчас проверю. Ты сам видишь, да, то, что Мафия. Первый код что-то не работает, я сейчас второй попробую. Который внизу был. Подожди. Так, второй. Так, три. Сейчас, блин, меня не вводится нифига. Так. Сейчас, секунду. Так. Вот первый, чтобы тебе просто. Да я первый ввел, он что-то не работает, а второй. Окей, сейчас второй тебе введу. 3CKM4. Блин. Сейчас. Да я введу. Че? Ну а мало ли там неправильно будет, и типа просят заново отправить. Я тебя. Да нет! Просто там какая-то фигня. Ну окей, ладно. 4. F, F, Z, K, I, F, V. Сейчас далее. Блин, сейчас. Не удалось установить Мафия 3. Сейчас, подожди. Да, алло. Не понял вообще, подожди. Сейчас. Так, захожу в Steam. Ты мне второй код-то отправил, нет? Отправил. А. Ну я его ввел, а там что-то не удалось установить, что-то такое. Может это у меня что-то? Не знаю, что за фигня. Меня пишет, не удается всякая эта хрень. Странно. Ну, может, и типа памяти не хватает, посмотри. Да при чем тут это? Она должна на аккаунте появиться. Игра сама. Да. Я же ее не устанавливаю. Да. При чем тут память? Ну да. Памяти это у меня дофига тут. Слушай, что-то я тебя не могу найти у себя в друзьях. Я не в знаю. Стиме. А, меня зовут, я забыл никакой у меня. А, посмотри, в онлайне кто сейчас есть. Вот он. Вот, я теперь рукомяч. А, рукомяч, ты где? Вот. Там внизу, да. Ниже. А, это... Ниже. Вот. Ага, все. Просто пойдем. Ник сменил просто. Не туда нажал. Очень странно. Прям очень странно, я не понимаю, что за фигня. Сейчас, секунду. Может, демку тебе показать? Я просто не понимаю. Например. Сейчас. Давай, только дай, я сейчас включу свою. Сейчас. Так, это получается, если я зайду... Остановить показ. Вот, я остановил свой, теперь ты показывай свою. А я... Так, ладно, я сейчас выйду из Стима, чтобы нормально было. Так. Получается вот так вот. И значит... Блин, какой он красивый все-таки этот Маш, это жесть просто. Я показываю демку. Давай, смотрю. Видишь демку, да? Грузит, да, вот теперь загрузил, все. Блин, не то. Сейчас, вот. Нажимаю, значит, активировать игру. Так, значит, сюда. Давайте продиктую его. Да я знаю. Вот смотри, ввожу первый, например. Сейчас, где у меня тут был?
Вот. Далее. На этом аккаунте есть продукты, связанные с этим данным ключом. Нажмите далее, чтобы установить их. Готово. И чё мне? Ну далее. Нет, далее. А что далее? У меня же уже как бы есть. Зачем мне далее устанавливать? Примерная загрузка 3 часа. У меня просто загрузка идет уже хит, меня я гружу сейчас. Зачем мне сейчас загружать? Ну так есть, стоп, есть. Подожди, она у тебя грузится, посмотри. Сейчас. Загрузки. Где? Вот они, загрузки. Я сейчас Hitman качаю, Я просто хотел поиграть, у меня просто там дополнение, я его взял. Ну тогда что ты мне сейчас говоришь, что у тебя не получается? Посмотри. Да попробуй. У меня не получается что-то. Ну попробуй сейчас далее нажать, потому что она же у тебя не грузится. Сейчас. Так, далее. Сейчас, второй раз, второй. Сейчас. Так, вот, второй ввожу. Вот. Далее. На этом аккаунте уже есть, ну и что? Не удается установить Мафия 3. Так потому что нет. У тебя первый, видимо, промокод уже есть. Так второй к чему он идет? Он должен идти к чему-то. Не знаю, к чему он идет. Он к DLC идет. Ты DLC, видимо, уже установил быстро, оно быстро, видимо, устанавливается. Да у меня ничего не установлено. Вот, мои загрузки я ничего не скачивал. Я сегодня только Atmos Sphere скачал и все. И вот эту. Ну, все равно попробуй тогда первый. Помнишь там, где типа на далее надо нажать? Вот попробуй первый на. Да, так зачем мне устанавливать, если я сейчас остановил загрузку Hitman, чтобы позвонить в скайпе? Че, у меня не показывает то, что она грузится вообще? Так вот. Она не должна грузиться, я нажал далее. Ладно, допустим, ладно, нажал. Создать далее, например. Нажал далее. Че, подожди. Жду. И чё? Далее. И чё? Подожди, ярлык и мини пау. Так, сейчас. Видишь? Бред какой-то. Она не работает просто. Мне кажется, в этом мы что-то неправильно делаем сейчас. Она не работает, ничего не работает, у меня он не активировался. Если он активировался, он должен сразу скачаться, у меня не качается. Опять же, ввожу первый промокод. Ой, не промокод, ну ты понял. Добавить игру, добавить, активирую Steam, сейчас. Так. Вставляю. Вот, готово. Загрузить. Ну и чё? Во, я согласен. Тихо, я согласен. Во! О, пошло! Ты меня напугал, господи, я же... Ух. Там у тебя просто, видимо, баганул. Ну, Steam. Ну не знаю, один раз ввел, так же показал. Все, видишь, все. Ну и чё, у меня стал качаться опять Hitman, ну и что? Ну так Mafia 3-то загрузился, вон играть можно уже. Да ладно, загружено 0 из 44. Приостановить, ладно. А как я поставлю? А, ну ладно, допустим, ладно. Нажимаю эту. Во, пошло! Все. Смотри, вот пошло. Вот она появилась. Все, ура, господи, я сделал спорничек. Ты так прям, наверное, испугался вообще. Я обосрался. Ладно, все. Так, тогда. Я тебя тогда прямым трейдом отправлю, ладно? О, сейчас посмотрю. Просто было интересно, как она выглядит. Сейчас, хит. Это так выглядит, господи. Вон мафия. А, это была графика. Это вниз надо катать, она же новая. Сейчас. Так, это. Так. Вот она! Мафия 3. Ура! Стоп, а DLC к чему она шла? Подожди, надо посмотреть. Ну, DLC, надо, видимо, скачать это. Вот после. Она, ну, вот потом она. Посмотрим. Дополнительный контент, вот он. Family Kickback Pack. Все. Ну что, и что там написано, я просто не вижу. Добавлено сегодня, все, не установлено. Все, зашибись. Сейчас посмотрим. Просто есть проблема в том. Так. То что, почему здесь она стоит 2, а там она стоит вообще нисколько? Это такой вот вопрос. Просто вообще. Вчерашняя.
Вот, отправить сейчас. Так, Мафия 3, вот. Зашел в Мафию 3, вот. Ну зашел, допустим, молодец. Вот она находится в моей библиотеке. Так, смотрю. U-Price. Так. Ну смотри, здесь идут, значит, дополнительный контент. Значит, у меня есть это Family Kickback Pack, который... Ну хотя... Что получается у меня... Это Мафия 3 получилось примерно... Ну, точнее, у тебя получилось за 100 сколько-то... За 180 рублей, что ли? Или что? Наверное. Не знаю. Как так? Сама игра здесь, без дополнений, без ничего, 2000, смотри, стоит. Да, это как? Это как? А там ты взял в Заки-Заки прям... И даже с этим, с паком еще. Так. Да. Ну блин, мне даже вот эти 359 рублей было как в жопу найти. Вот. В еще можно такой-то скачать этот бесплатный какой-то, как, бесплатный фигня. Ну да, скачай. Конечно, скачаю, мне же так интересно теперь. Так, Миша. А расскажи, как ты их нашел-то? Ты говори, вот, ты мне тут писал, то, что типа все не можешь найти, все, тебе все. И тут ты находишь, блин, не то? Сейчас. Ну, типа, разрешили. Ну, знаешь, как бы долго-долго просить, разрешили. Понятно. Да-да-да. Сейчас. Сейчас, короче, подожди. Можешь пока мне нож, пожалуйста, скинуть? Я сейчас отойду мне на секунду, подожди. Да, я сейчас загружу дополнение тогда и все. Сейчас. Хорошо, скину. Давай. Сейчас, подожди, я не отойду, я не отключаюсь просто. Так, мы получили игру. Мафия 3. Загружается. Как ее остановить? А, вот приостановить. Так, и мне, значит, получается это что? Блин, не то. Сейчас. Получается здесь это сделано. А здесь было еще... Это фигня сейчас. Центр сообщества. Посмотреть. Так, уже находится в вашей библиотеке. Загрузить. Не знаю, что вначале было написано, но пофиг, ладно. Сейчас посмотрим. Осталось времени 6 часов. Сколько? Не понял. Ладно. Это пока что мне не надо, это у меня уже есть. Видать. Если посмотреть. Видать, у меня уже их 2. Так, вот, да, их двое стало, их стало двое, да, действительно. А, у меня еще загрузка пошла самой Мафии, ладно. Алло. 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 Ладно. Так, осталось перегрузить. Так, отделан. Блин, я не знаю, где он. Не понял. Сейчас. Вот он. И мы теперь отправляем нож. Так. Алло! Алло.
Сейчас надо показать и все. Алло, ты где? Алло. Алло, алло. Видишь демонстрацию, да? Сейчас посмотрю. Сейчас, подожди, я в скайп зайду. А то у меня просто я в КС сейчас. О, во. Ваши при... Все? Это ж... Давай. А у тебя веб-камера есть? На компе нет вообще. Ну, жалко. Ну, ладно. У меня когда она была, но нету ее. Сейчас я просто начал уже снимать. Да, вот. Я вижу. Минуту назад просто. Я так жду тебя. Ну чё, ты готов? Жить, господи, нож, да. Ты готов? Да. Сейчас такой, знаешь, а я не готов. Так, чтобы отправить это предложение обмена, подтвердите его на мобильном... на мобильном этом... Сейчас. Так. Какая-то фигня пришла. Сейчас. Сейчас я в Steam зайду, подожди. Погоди. Сейчас я зайду тогда. Так. Сейчас. Так. Сейчас я в Steam зайду, подожди. У меня просто на телефоне что-то лагает. Сейчас. Я не понял. А, вот он. Обмен. Все. Окей. Все. Ваши предметы. За предметы это. Все, я подтверждаю. Все, я подтвердил в уведомлениях. Покажи свою демку еще, подожди. Покажи. Сейчас, подожди, стой. Так, давай демонстрация экрана. Я отправил все. Меня готово показал. Меня показал, что готово все. Подожди, стой, тихо, инвентарь. Я пока ничего нету. Я не вижу экрана. Вот у тебя, у тебя там уведомление пришло. Я отправил уведомлением. Я отправился, я нажал готово, все. Фух. Давай, тебе должно сейчас прийти. Я не знаю, может у меня с интернетом там. У меня пишет готово, все, я тебе отправил, я прям уже все. А, подожди, может я тоже должен типа подтвердить это? Я подтвердил, но только что на телефоне. Может ты должен еще где-то подожди, подтвердить? Может я тоже должен подтвердить, сейчас смотрю. Я отправил, короче, нажал подтвердить, принять, все. Подтверждение принял, все, готово у меня написано, давай. Нет, мне нечего подтверждать, подожди. Да, и КС сюда зайду, подожди. А что там было написано? Я не помню, что там было написано. В общем, да я вроде все сделал. Я нажал принять, все. Подтвердил. Ну сейчас погоди тогда. Да блин! Так, где ты у меня тут? Рукомеч. Рукомяч! Сейчас вроде. Рукомяч, да, извини, пожалуйста, нечего мне просто сначала показать. Нет, он у тебя в инвентаре. Ну, понятное дело, что потому что его не подтвердил. Я тебе отправил обмен. Подожди, ну вот. Я тебе отправил обмен только что. Так вот, смотри, новых у меня нету, не написано то, что типа обмен мне кто-то отправил. Только что принял, готово написано, я не знаю, как с телефона тебе еще показать демку. Не, ну телефон не надо показывать, я сейчас, подожди, я тебя понял. Я зашел, я нажал предложить обмен, у меня было там, я нажал окей, зашел с телефона, нажал подтверждение, нажал, вас ждет, типа, там, подтверждение обмена там с этим. Я на тебя нажал принять, все. А почему ты, зачем ты, ну ладно, окей, сейчас, подожди. А что, еще как надо было сделать? Может быть, давай просто через обмен отправишь, потому что ты не отправил. Хорошо. Странно, почему не отправил сейчас. Погоди секундочку, сейчас отправляй, сейчас, подожди. Сейчас я с телефона зайду тогда, подожди. Сейчас тебя найду. Нет, это не ты. Вот ты. Так, тебе отправляю обмен. Предложить обмен. Вот, я тут, все. Предлагаешь обмен? Да, я тебе отправил в Стиме, в чате. В чат, посмотри. У меня написано готово, я не знаю. А, подожди, может ты мне отправил это через КС? Вот. Я не знаю, вот. Я тебя отправил сразу. Да, все, вижу. Подожди. Вот, смотри, вот я. Демку ты видишь? Сейчас. Демку, да, вижу. Только нифига тут непонятно. Сейчас, так.
Да, я тебе закидываю, значит. Так, сейчас у меня что-то загрузится. Может, что-то у меня... Подожди. Захожу в Steam с телефона, подожди. Так. Окей, окей, жду. У меня просто что-то здесь глючит. Сейчас. У меня не показывает, короче, ничего сейчас в телефоне. Только что показывало, сейчас уже не показывает. Да и дальше перезагрузить, ничего страшного. Ну я тебе уже один отправил, только что. Ну вот, обмен ты мне отправил. Так, да, все, загрузилось сейчас. Так. Так, окей, кидаю. Так, смотрю твою демку. Где он появился? Так. Нажимаю. Вот. Подтвердить. Да, это подарок. Обменяться. Вот, теперь я тоже должен нажать обменяться. Ожидание подтверждения на мобильном устройстве. Так, я это не должен подождать, я должен подождать ты, потому что, как бы, типа, твои вещи, не мои. Фух, блин, трясёт аж. Готово. Знаешь, вот теперь полотенце, жду, смотрю. Готово, я нажал, все. У меня пишет готово, тихо, короче. Тихо. Я сейчас, если я смогу, я покажу. Сейчас. Я тут в программе просто захват устройства нажму. Сейчас у меня покажет устройство. Сейчас немного вот так вот камеру сделаю. Так. У тебя появилось? Вот. А, что появилось? Демку я включил. Демку я включил. Сейчас посмотрю. Демку включил. Вот, вижу, да. Смотри. Ой, не демку, а эту. Ты не можешь видеть. Я же не тебя. Да, нет, стоп, это. Я видео, вот, я просто показываю, что я подтвердил. Вот. Что у меня написано готово, вот. Может там не очень окей, будет окей, видно. Я смотрю. Вот, готово. Вот она. То есть я тебе все отправил. Да, сейчас подожди, перезайду в КС. Все. Я подтвердил два раза. Где она сейчас будет, я не знаю. Готово было. Все. Ну хорошо, подожди сейчас. Что-то сегодня у нас все со второго раза. Отправляю ножи. Ты ну. Ладно, продолжаем. Господи, мафия. Просто весело. Сейчас я жду нож. Давай, пожалуйста, ножик, на ёшкин кот. Ну что ж, когда люди так хорошо делают, почему никогда ничего не крутится? Все, я готов. О, нет, не слышно. Я-то думаю, почему нет, не слышно? Я уже говорю, я готов. Че, пришло? Нет, инвентарь пусто. Ну, то есть, в инвентаре нету ножа. Так, может, принять его надо? Или че? Нет, я его принял, когда мы с тобой это... Давай я тебе его предложу в обмен. Да уже два раза, ты что? Ну а что? Он у тебя должен появиться сразу же. Я все подтвердил. Только что. Ну у меня ничего пока нету ножа. Я же тебе не буду врать, у меня же... Ты хочешь демку включу? Да что демку включать? Сейчас, давай я тебе попробую предложить, может так сработает. Так, я не знаю. Он у тебя должен уже быть. Я не знаю. Ну, вот, как минимум он у тебя еще в инвентаре. Так что сейчас, подожди, давай я тебе попробую. Я только что нажал, вот там было написано готово, все. Ну я понимаю, что ты нажал. Не волнуйся, все нормально. Сейчас, подожди. Да мне-то как-то все равно. Ну да, тебе-то да. Это типа я себя успокаиваю так. Вот, смотри, видишь, я тебе предложил обмен. Нет, ты еще ничего не предложил. Я нифига не вижу еще. Я вижу только по демке то, что ты еще нифига не сделал сейчас. Вот, смотри. А у тебя должно быть где? Вот тут вот написано, типа, предложение обмена. Вот сюда, короче, нажимаешь, и там будет у тебя вот тут. Я знаю, где нажимать, я знаю, где нажимать. Все, хорошо, ладно. Знаешь, так знаешь, хорошо. Ответить на предложение обмена. Да, это подарок. И принять. Все?